друзья, вот оно, настоящее смачное счастье. Вот такой помидор мальтийский и хлеб мальтийский. Помидор нормальный, а вот хлеб просто волшебный, обалденный. Сейчас находимся на остановке. Кроме этого, хочу вам показать вот такую воду. Это национальная вода мальтийская. Вот, она очень своеобразная немножко, я не знаю, насколько она полезна, нет, но чисто мальтийский напиток. Это не квас, это не кока-кола, что-то такое, ну, вот мне лично сложно объяснить его. То есть пьем, вроде бы вкусный, нормально пить можно, то есть, по крайней мере, один раз попробовать, интересно. Поэтому я его сейчас лично первый раз пью, пока распробовал чуть-чуть, сейчас сделаю перекус и потом буду продолжать пить, потому что такой нормальный напиточек. Смотрите, Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию. И вот кипончик.